Деревья края пересчитают. В регионе проводят инвентаризацию лесных культур. Специалисты управления лесами и арендаторы лесных участков осматривают состояние лесов, защитных насаждений и хвойных питомников. Ежегодная инвентаризация лесных культур проводится для того, чтобы определить эффективность лесовосстановительных работ, качество самих насаждений, а главное их соответствие действующим стандартам. Главная лесообразующая порода в крае – сосна. Этим деревьям уделят особое внимание. По итогам пересчета станет ясно, нужно ли высаживать на месте погибших растений новые сеянцы.